Учитель, поясните, пожалуйста, состояние возвысить голову. Мы же как бы принижаем себя в основном. Перед кем возвысить? Перед чем возвысить голову? Перед нашим эгоизмом. Мы на него должны взобраться, мы его должны пригнуть. Мы его должны не допустить, чтобы он властвовал над нами. Это об этом говорится: «Ваигбали бо бедаркей Ашем». Да возгордится сердце твое на путях Творца. Что ты пригибаешь все проблемы, давишь на них –